бананы из ушей. Сюда, говорю. Ты зарегистрированный избиратель? А, хрен с ним. Мне нужна помощь другого рода. Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск. Хёрк-младший. Тупой, как ведро для угля. Весь в мамку. Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь лучшей первой леди нашей прекрасной страны. Если либерасты узнают, что я о своих вещах позаботиться не могу, плакало мое место в Сенате. А раз уж ты на моей земле, и я тебя не убил, хотя любой американец при оружии имеет на это право, то ты у меня в долгу. Помоги недоумку вернуть грузовик, и я займусь подготовкой к выборам. Младший, тебе тут помочь хотят. Попробуй не просрать свой шанс. Эй, царь-обезьян, хороший мой, ты здесь? Это я, Хёрк. Эй, чувак. Не, слушай, я же ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталии или пианино, или... О-о-о! Дежавуду, чувак! Мы часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны! Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес! Ну, раз уж ты посланник царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью Лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик. Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. Выборы в Сенат его подкосили. Не создан он для этого дерьма. Знаешь, как он занят? Прям посрать некогда. Очуметь! Я целый день молился. Просил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак, чувак. И они прислали тебя. Вот что я тебе скажу. Вернуть грузовик будет непросто. Он у святош. Ну, скажу честно, все началось, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, тёлочки. Признаюсь, ради этого я готов на все. В смысле, это было похоже на вечеринку, знаешь? Я им: «Эй, амигос, возьмите меня к себе!» «Возьмем, говорят!» И давай перечислять свои правила. Не прелюбодействуй, ну то есть не трахайся. Алкоголь запрещен, вечеринки и все такое. Ну нахрен! Так что я свалил оттуда по добру, по здорову. Жаль только, папин грузовик забыл. С тех пор он злой как пес. И я должен вернуть тачку. Не парься на этот счет, чувак. У меня есть план из 9 пунктов. Первое. Нажрёмся в хлам. С этим я быстро справлюсь. Второе. Помолимся, чтобы кто-то решил за нас эту проблему. Готово. Третье. Блин, забыл. Вспомню по ходу дела. Чёрт, а ты умеешь слушать, Боба Фетт? Мой старик меня вообще не слушает. И не слышит. Мы с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папаня стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Бухать на улице нельзя, пушками махать тоже, и все в таком духе. Но когда мы отожмем грузовик у святош, он будет рад до усрачки. Он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы перещеголять папаню. Он увидит, как она меня обожает, и станет обожать еще сильнее. А на день рождения и Рождество они совсем озвереют. Вот мы и на месте.
будем защищать свою веру с оружием в руках. Весело, чувак! Я покажу им силу Винджа. Ты мне нравишься. Ты все делаешь правильно, поэтому, может, я посвящу тебя в свой замысел. Итак, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. А, да, чувак! О, блин, не шуми. Да, точно. О, блин, чувак. Чуметь, чувак! Это охрененно, бро! Я бы еще разок прокатился! Калышом! Заодно яйца проветрил! Верони, бро! Йоу, Боба Фетт, чем займемся? Знаешь, я о чем думаю? А давай, может, возьмем пивка, пригоним в ту тюрьму для женщин и найдем себе клевых подружек. Папа говорит, из-за выживальщиков нас всех перебьют. За голову и отдал ему в нос. Ну да, после этого меня пришлось подлатать. Отец Иосиф дает нам все. Отец учил меня мыть ведра супа на случай, если придут коммунисты. Никогда не думал, что за супом придут. Это еще что? Чувак, у нас беда! Доберись до холодильника и проверь, сколько банок звездюлей там осталось. А и пивка мне захвати.
упомянул 5 пунктов? Блин, я уверен, что что-то забыл. Но ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Ты будешь первым из хоркистов. Моей паствы, то есть. В секте будут состоять ты, я, мой кузен Акула и куча жарких тёлочек. Будем бухать и отрываться без передышки, бро. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Надо подумать. Второе задание ты получишь позже. Привет, бро. Куда катится эта страна? Повсюду коммуняки и либерасты. Сраные выборы сведут меня в мать.